Бездельничаете? Снова хотите остаться без отпуска? Яна Викторовна, мы уже 5 лет без отпуска. Я знаю. И в честь этого 5-летнего юбилея компания выделяет вам путевку на отдых. Путевка! Отдых! Море! Пляж! Подождите, как? Путевку? Да. Бюджета хватило только на одну путевку, так что поедет лучший из вас. Кто? Ну, не знаю, мне все равно. Вы в работе одинаково плохие. Так что вы, как взрослые самостоятельные люди, должны сами определиться, кому эта путевка нужнее. Так ведь? Да. Стоп, стоп, стоп! Стоп! Хватит! Да. Но мы же с тобой цивилизованные люди. Да. Согласен. Предлагаю решить это как настоящий джентльмен. Поддерживаю. Привет! Теплый. А таких вкусных манго я никогда в жизни не ела. А какие здесь мужики? Да, сейчас иду. Но все, мне надо бежать. Ребят, так жалко, что у вас не получилось поехать. Ну, тебя целую. Пока. Чтоб ты утонула, щука. Красавчик.